Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Никита, и мы сейчас продолжаем проходить Zealand Dark. Собственно говоря, четвертый эпизод. Вы на канале Середин. На моем канале, короче. Так, мы сейчас где? Мы в останке домика добытчика. Так, ну давайте пойдемте оттуда. Собственно говоря, нам в прошлый раз мы вернулись в тюрьму, и нам сказали: вот, иди туда, ты сам что-то должен сделать. Точно не помню, что именно сделать. Ой, душу, олени, блин, скачут, аж пугают. Нам в ту сторону идти, все понятно. Давайте пойдем потихоньку. Главное, чтобы волков не было. Ага, вспомнишь, как говорится, вот и они. Ух, какая стая. Посидим в машине, подождем. Пусто. О, зато виноградный сок есть. Давайте немного подождем, пока уйдут. Радио не работает. Собственно, давайте вот так сделаем. Выпьем лимонад. А, ну и все, стая ушла. Не ушла. А где стоят лагеря? Вот, давайте один час поспим. Заодно усталость восстановим, получается. Ой, бонус, и светло. Нормально. И этих нету. Волкозавров. Свалили, нормально. Может, здесь еще обыскать капот? Где под капот? Да и под капотом ничего нету, собственно говоря. Интересного не было. Во, зашибись, мы по дороге пойдем, то, что нам нужно. Так, во, электролинии, по которой нам говорили идти, чтобы дойти до цели. Кстати, не забываем про лайк и подписку, это нам очень обязательно для продвижения канала, это прям важно. Помогите начинающему блогеру, кому не сложно, ребят. Очень прошу. Что вообще под капотом можно найти? Так, на сиденьях ничего нету. I could use this. О, интересные спички, нормально. Так. Вот мы и добрались. Так. Давайте дверь закроем. И тут гудят. А где они все гудели-то? Кто-нибудь что-нибудь понял? Посмотрим, что с этим электричеством. Да, так, у нас есть. Точно все это не спички, мы тратить не будем. Здесь ничего гутать, собственно говоря, не можем. Опять это звонит телефон. Что это за круг? Could end up being useful. Не трогать. Повязку возьмем, конечно. А, вот телефон. Алло. Это снова я. Значит, они отправили тебя на электростанцию? Да, в смысле? Они попросили меня сходить туда. Ты всегда делаешь то, о чем тебя просят преступники. Только если они просят вежливо. Надеюсь, ты понимаешь, что у тебя не получится вернуть электричество. Проблему с питанием не получится решить на электростанции. Да, я это знаю, то есть... А почему ты в этом уверена? Доверься мне, я знаю. Довериться тебе? Ну ладно. Но доверие должно быть взаимным. Как тебя зовут? Меня зовут Джейси. Хорошо, рад знакомиться, Джейси. Итак, что нам теперь делать? Не знаю, как насчет тебя, но я сюда не заграть пришла. Ну и как ты с этим всем связалась? Ты во что попала? Если этот психопат Донер выберется из клетки, то мы все крупно вляпаемся. Ну, это уже лучше, чем мистер Маккензи. Слушай, если тебе интересно, что происходит с электричеством, вообще я могу рассказать. Но сначала сделай кое-что для меня. Мне нужна твоя помощь. Где? Где ты сейчас?
Это важно. Как ты очутилась в черном камне? Сломалась машина еще когда началось первое... Так, ну... Ну, не столько сломалась, сколько перестала работать, как и все остальное. Так, мороз усиливается, поэтому я выбираюсь из машины и пошла вдоль дороги на свою двух, чтобы найти помощь. Или какое-нибудь убежище. Все вокруг окутала тьма и снег. Нельзя было ничего работать. Я блуждала часами. Чуть до смерти не замерзла. Потом я увидела забор. По нему я вышла на сторожевую вышку. Вскоре я услышала выстрел. Выстрелы? Это было ужасно. Выстрелов было так много. Я ждала полчаса или больше. Я подползла поближе и увидела их. Они лежали у стены. Повсюду кровь. Это были охранники. Работники тюрьмы, мирные жители. Наивные люди. Они их просто казнили. Нужно было выбираться, я немного знаю район, отсюда не уйти, уж точно не пешком так. Не знаю, придет ли помощь, но тогда я решила сделать все возможное, чтобы удержаться там этих ублюдок. Донер, он чистое зло. Если он окажется на свободе, никто в радиусе сотни километров не будет в безопасности. И если все это продлится столько, то нам все будет очень плохо. Донер, продлится? Давайте спросим про продлиться. Продлиться столько, сколько ты думаешь, что это значит? То есть ты знаешь, что здесь происходит? Это не важно, но кое-что я знаю, да. Ну или подозреваю. Значит, ты думаешь, что это не просто сейчас в небе? Не просто свечение в небе. Это действительно свечение в небе. Но с ним не все просто. Ты говоришь загадками. Давай сосредоточимся на черном камне. Окей, донер. Что насчет донера? Кажется, ты не слышал последние новости. Донер – психопат. Он нарушил столько законов, что и не сосчитать. Я слышал, что его отец Мэтью не лучше. Но донер? Таких отморозков еще поискать надо. Да уж, из Мэтьюса вряд ли бы получился примерный отец. Стой, так ты его знаешь? Я здесь из-за него. Это длинная история. И да, пришел он вытащить донера. Черт. Все хуже, чем я думала. А что плохого может произойти, если он выберется? Он застрянет где-нибудь в лесу и замерзнет до смерти или выстрелит от зверя? Ошибаешься. Если донер вытащат, он отправится в личный крестовый поход, чтобы найти и замучить до смерти каждого, кому удалось выжить. Прочитав все черного камня, так, просто ради прикола, так, ты волнуешься из-за кого-то? Это не важно. Он должен оставаться под замком. Сейчас это все, что имеет значение. И как мы сделаем, что он не покинет одиночную камеру? Доверие. Она поможет нам удержать его с решеткой. Говорит какими-то загадками. Ты хочешь доказать, что тебе можно верить? Ну да, я хочу помочь. А что тебе с этого? Мне не нравится Мэтти. И у него есть, что мне нужно. И что же это? Металлический контейнер. Что в нем? Я и сам не уверен. Эй, доверие должно быть взаимным, разве нет? Я не пытаюсь ничего скрыть, я действительно сам не знаю. Тогда просто уходи. Выбирайся отсюда. Оставь черный камень позади и будь что будет. Не могу. Они мне нужен. Он мне нужен. Если ты не знаешь, что внутри, то что... С чего ты взял, что он тебе нужен? Он важен для человека, который важен для меня. Этот человек рисковал жизнью за него. Поэтому я должен его вернуть. Ясно. Возможно, мы сможем помочь друг другу. Сделай кое-что для меня, я попробую помочь тебе с твоей маленькой проблемой. Договорились? Наверное. Я пожалею об этом, но ладно, договорились. Тогда слушай. Даже без электричества там еще есть механизм, господи, с помощью которого донера могут вытащить. Да, они кретины, но даже кретинам иногда везет. Нам надо кое-что исправить, чтобы они случайно не освободили его. И как мы это сделаем?
Ну, так уж получилось, что у меня есть чертежи этого дворца. Так, видишь ли, большая часть конструкции системы были построены еще в викторианскую эпоху. Так, одиночная камера появилась позже. Но то, что под ней старое, это говно мамонта. Так, ладно. И чем нам это поможет? Мы спустимся вниз, раскроем систему, которая отвечает за блокировку механизмов, и тогда, ну, двери превратятся в стены, механизм заклинит. Он старый и очень тяжелый. Потребуется чертова ядерная бомба, чтобы снести дверь. Будем надеяться. У тебя же нет ядерной бомбы, да? Про прочные туннели, так, про прочные туннели точно. А что с ними? Ты спустишься в эти старые туннели, найдешь дверь в скале, что недалеко от электростанции, так, по другую сторону от... Так. Если верить этим чертежам, они приведут тебя примерно туда, где под одиночной камерой расположен старый блокирующий механизм. Примерно? Ну, тут пара пятен на чертеже, и местами карта очень потертая, я не могу разглядеть. Она очень старая, понимаешь? Ну да, так или иначе, это придется блокирующим механизмом. Okay. Ладно, а потом что? А потом вырывай и пуши всякие рубильники, переходники, панели, кабели, проводку, электроны, лампу, понял? Да, я понял. Надо устроить диверсию. Именно. Сделаешь это, и донер застрянет там навсегда. Наверное. Наверное? Эй, я же тюрьму строила. Но если верить чертежам, то, наверное, навсегда. Ладно, пожелай мне удачи. Это должно помочь вам выиграть время. Я так думаю. Тогда я пойду, Джейс. Постой. Что? Удачи тебе. А сразу нельзя было удачи пожелать? Ладно. Так, опускаем еще один шкафчик. О, наш бизнес с аптечками пичкают. Шоколадный батончик, нормально. Давайте одну пичку зажжем. Давайте обычным шкафчик, если вдруг что-то есть. О, энергетический напиток, зашибись. Ой, еще один батончик. Ну, конечно, спичка светит. Вот, шиповник. Кто-то выбросил. Ау. Ладно. Ладно, ладно. Так. Так, допустим. Что мы здесь можем делать? Здесь телефон. А почему никто не позвонит, если телефон работает? Антисептик, набор для шитья. Нормально. Давайте спустимся вот сюда. Здесь обычно все у нас. Металлолом. А он нам нужен? Ну-ка, кстати. Так, там еще у нас там по одежде-то. Перчатки. Плюс один градус, плюс так. А, не очень они. Так что ладно. Здесь нам нечего искать, так понимаю. Куда нам нельзя? Двадцать семь минут коробку рвать. Это ж пипец. Лешка, зачем нам металлолом? Нам металлолом пока не нужен. Так как я ничего не умею. Ничего не умею крафтить. Мы не можем. Так, покинули здание. Подожди. Где мы выйдем? А. Ну, нам, в принципе, так и надо было. Давайте возьмем на всякий случай пушку. А то вдруг еще. Так, давайте глянем на карте. На карте мы почти на месте. Нам будет потом обратно подойти сюда зайти в прицеп. А то мы там не были. Это кто мог бы сказать хорошо, а кто-то нет. Так, ладно, здесь ничего нету. И здесь тоже. Ну давайте отправимся тогда все.
Отправляемся, залетаем в холл, короче, все, залетаем, всех раскидываем. Так, Джейс говорила про блокирующий механизм. Ты дурак, ты зачем тушишь-то? Я думал, ты хочешь его взять. Так, не сволки не сожрут, надеюсь. Да. Четко, однако. Блин, катакомба, это прикольно. И одновременно жутко и страшно. Да знаете, кто-нибудь резко как скримак выскочит, и можно обосраться в такой момент. Давайте следующую спичку зажжем. Вот где у меня фонарики, где мои все факелы, вот, когда они так нужны. А, вон свет, хоть что-то радует. Что здесь есть свет? Не туши. А можно взять с собой? Зачем ты тушишь? Ну блин. Ладно. Так. Здесь может быть что-нибудь в углах запрятано, видите, пацаны? Как я говорил, вот что-то может быть дозатарено. Во! Во, горючее. Давайте вот это возьмем. И теперь зажечь сделаем. Да возьми что факел. Вот так жить аж легче стало. Книга. Наряд на работу. Подготовление смены. Так, персонала сообщает о случаях потери давления при подаче электричества на внутренний контроль камеры заключенных, особенно в изоляторах 4.7. Так, проверьте терморегуляцию в местах соединенных паровых труб и на переключающих вентилях. И при необходимости запланируйте ремонтные работы. Все ясно, понятно. Книгу возьмем на ржишку. Вот это тоже нужно взять. Спальный мешок, ну хороший спальный мешок. Так, водить мешок. Ну не зря же есть. Ничего не... Я думал, что-нибудь прячет интересного. Для людей, думал, что-нибудь делают. Так, это что? И что я сделал? О! Пошло тепло в хату. Нормально. Так, ладно. Так, а нам куда идти? Надо угля набрать. Так, давайте здесь разжечь огонь делаем. Чем больше цвета, тем лучше, собственно говоря, нам будет. А мы пойдем направо. Добавить топливо. Уголь. Вот так вот. Что, уголь много весит вообще? Так, собственно, нет, немного. О! Нормально, аварийная лампа. Топливо для фонаря. Нормально, кроссовки пока есть. Фонарь дождем. Везде все поджигаем. Пойдемте сперва налево. Настоящие мужики. Клапановая труба замерзла, ладно. Не можем. Здесь что у нас? Ага. Тоже замерзший. Но печка зато есть. Ладно. Здесь нужно пар провести по всему комплексу. Значит, нам все-таки сюда нужно было. Так.
Давайте все лутать. Вдруг повезет, вдруг что-то найдем. Так, здесь ничего, здесь мест. Может, что-то и есть. Во. Топливо для фонаря. Как его перезарядить, песок, блядь, фонарь? Посмотрите на манометр, чтобы увидеть то время. Так, ладно, пока нас. Ой. Камень, просто его уберем. А, да, еще сильнее можно повысить. А, нет, можно только открыть и закрыть. Значит, собственно говоря, я что-то накосячил. Так, замерзло, замерзло. А, вот оно что. Вот здесь нужно перекрыть. Вода перестанет идти. И теперь вот здесь можем открыть. Так, закрыть. Вот здесь нам нужно открыть. Так. Нормально. Вот здесь у нас уходит лишнее. Вот сюда нам не нужно. Чтоб давление там падало. Вот теперь вот здесь открываем. И давлением. А что не так? И здесь закрыли. Это что ли открыть? Так, открыто. А если эту закроем? Теперь. Все напрямик да пойдет. Нет, давление упало. Ох, крутим вентиля, однако. Так, закрытый, нам туда и не надо. Зачем нам выбрасывать лишнее? Так, вот это открыто. Если мы здесь переправим, то... Вообще везде давление упадет, я так понимаю. Да. Так что давайте... Вот здесь откроем. Так. Сюда давления не хватает. А здесь я чересчур сильный. Значит, вот это вот нужно закрыть. И теперь что? Теперь у нас давление упало. Да что ж ты будешь делать? Ладно. Открываем. Давление поднялось. Это вот я понимаю, нам лишнее. Так, а здесь-то что упало? Так, походите. Вот этот нам не нужен. В нем смысла нету. Вот это если закроем, он нам все. Так, ладно. Здесь давление высокое, здесь не будет. Тут нахрена козе баян.
Так. Ой, мы закрыли ее. Нужно открыть это. Так. Открыто. Так, сделаем. Так, ну-ка, вот эту открыть. И что произойдет? Произошло что-нибудь? И давление вообще упало. Вот это вот вообще не нужно открывать. Уж не открывать. Я помог, да, понимаю? Или это растяжение? А что, почему у меня лишний груз стал появился? Так, у нас есть что-нибудь еще. Давайте вот это вот бросить. Точный камень. Тоже делаем бросить. Не нахрен нам нужен. Тут тоже бросим. Так, открыто. Открыто. Вот это уже закроем, что произойдет. Давление упало. Ага. Тоже давление упало. А, наоборот, там взлетело давление. Так, оттуда давление пошло. Что, еще лишнее, что ли, нужно закрыть? Это что ли закрыть? Вот что-то до меня вообще не доходит. Везде давление падает. Так, открыто. Ладно, и то откроем. Что-то до меня идет, уж ты, не доходит. Открыто. А, вот эту можно открыть. Ох. А зачем я ее закрыл? Нет. Нет, еще раз нет. Кто пошел сюда? Тогда вот так сделаем. И здесь давление резко упало. Перекроем вот это. Вентиль. Вот, все. Теперь мы можем идти спокойно дальше. Вот это у нас все закрыт. Ага, ну, открыть надо. Пошло дело. Давайте сождем. А то нифига не видно. Ой, ё-моё, блин, вот эти загадки с трубами, ну блин. Так долго сейчас будем решать. Уйдемте теперь оттуда. Красная труба вся в дырках. Давай, аж пока я выключим. Здесь вообще не холодно, здесь можно посейвиться. Гита. Чипсы с кетчупом, давайте сидим. От них на сушняк пробивает. Свежий злаковый батончик. От него тоже на сушняк пробивает. Ладно, напитки. Да
Так, что у меня еще там есть вода. Хотя я вроде бы, блин. Я вроде бы так много воды подбирал. А где она вся-то? Так, давайте возьмем переодействие в лагере. Кошечек наш кинем. Ага, его здесь кинуть-то негде. Почему я его не могу здесь кинуть? Ладно. Ага, еще и дождлись. Так, давайте откроем. Так, замерзло, ладно. У нас туда давления нету. Открыто. Открыто, ага. И здесь тоже замерзло. Давайте закроем сюда давление повыше. Всё, зашибись. Это еще замерзло. Давление сюда не повышает. Ага, здесь разрыв. Здесь нам и не нужно. А, я закрыл. Все, значит, правильно я сделал. Открыто, закрыто, там. Там нам не нужен участок. Давайте вот это откроем. Господи, вот со своими головоломками не наделают. Потом ломай себе мозги, ё-моё. А разработчики на тебя смотрят, дебила, и ржут над тобой. Смешно вам, да? Весело? А мне не весело. Так, это у нас открыто. А это почему замерзло? Так, значит, мы ее перекрыли. Значит, сейчас давление у нас пошло сюда. Это круто. Ну, нам остается только эту открыть. А идеи. Во, давление пошло вверх. И что дальше куда? Замерз. Замерз. Так, открыто. Вот открыто. Подожди, если эту закроем. Ой, мозг сломается. Ага, тут давление упало. Так, давайте вернем туда. Так, закрыт. А может это открыть просто нужно? Чтобы давление было со всех сторон. Во! Конечный инженер. И воде теперь открываем тоже, чтобы повысить силу давления. Да? Ой, что сейчас все будет? А вы мне не верили. Ой, здесь открыли теперь. По трубам теперь она строится, сейчас гонит обратно. Горячо. Явно не холодно. Че вы типа хотите сказать, типа иди обратно? Блин, то и раз. Здесь у нас ничего, здесь у нас так же замерзшие. Аптечку мы облутали. Ну давайте пойдем по этой трубе. Эта труба нас, собственно, ведет обратно. Иди. Господи, теперь топ везде шпарит. Во. Во. Во.
четко то, что нам нужно. Так, а теперь куда нам идти? Здесь закрыто, да? Теперь мы открываем. Ну-ка. А что, похоже, тебе плохо работает? Нормально все работает. Не кипишуй. Так, фонарь есть. Все, открытый. Перчатки. Давайте поищем что-нибудь. Спичка. Давайте возьмем камень все. Вниз разгорючим. Ткань. И у нас перевес опять. О! Пакелы. Что-то не нравится мне это все. Что у нас сейчас спичка, и такое ощущение, будто сейчас босс будет. Я хрен его знает. Подушки. Ага, здесь замерзший вентиль. Понятно. Ой, ё-моё. Так, у нас перегрузка. Нам нужно выкинуть. Давайте бросим. 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 Бросим пить и курить. Как говорится. Сейчас хотя мне люди скажут, не говори такое. И их можно понять. Так, нафиг мне лишний шмот, если у меня. И так он самый нормальный идет. О, носить. У нас там у меня ничего не лучше. Так, давайте вот здесь вот лишний шмот и скинем. Вот нафиг он нужен бросить. А здесь ты что? Нахрена я сделал ремонт? Вот, собрали. Так, что у нас до сих пор? А отдых вообще, говорят, действие в лагере. Пальный мешок мы не можем кинуть, ладно. А если вот так делать просто? Ага, он нифига не восстанавливает силы. If I don't rest soon, I'm gonna faint. Если не отдохнешь, потеряешь сознание. Ладно. Давайте красный факел зажгем. Ну, ё-моё, ну тут бомбы, блин. Слазить по ним. Фонарь зажигаем. Я говорю, это все жопа. Так, куда мы вошли? Вот отсюда мы вошли. Почему мы не можем здесь поспать нигде? Так, у меня. А что, подожди. Мне что, где-то можно было? Воду, ну нафиг. Давайте сон сделаем. 4 часа поспим. Так, мы терпеть хотим. У нас все здесь. Так, поднимем. Разожгем огонь, короче. Варим себе хавчик здесь и что еще сделаем. Собственно, вот хавчик все пожарим и будем потихоньку уходить здесь.
смотреть, что куда, что кого, что зачем. Думаю, выпуск вам понравится. Да ты что ж ты будешь делать? Давай разжигайся. Кому сказал разжигайся? Да что ты будешь делать? Давайте попытка номер три. У самурая нет пути, у самурая только цель. Ой, у самурая нет цели, у самурая только путь. Ауф. Да ты что ты будешь делать? Что меня раз этого решила? Ну да, у нас труда теперь нет. Так. А где можем этот труд? Так, подожди. А, вот он. Да, можем пять. Пипец, ну обидно. Как-то знаете это. Давай, разжигайся. Ты обязан разжечься. Гори. 41 минута уже прошла. Давай, гори. Ура. Так, добавить топливо. Да давайте добавим топливо. Один убыткиник. Сготовим здесь вам. Вот этот вот. Чумба-да-бумба-да-бумба-да-би. Чё у нас тут сюда по свету? По свету у нас только синий фонарик. Клапан паровой. Так, а зачем нам его открывать? Есть прогресс. Какой прогресс есть? До готовности 7 минут. Давление пошло в фартер. Так, мы здесь обыскали все. Так. Открыто. Можно мной закрыть? И что, и нет цвета у нас. Душу. 43 спички у меня осталось. Ну, чё. Да, ползем, зачем ползем, хрен пойму. А ты вот здесь был? Ну давай зажигайся. Не трожь. Специально мне говорят не трожь, так, тяжелый молот. О, факел. О, коробка. Так, свет. Зажигайся уже. Так, простые инструменты. То есть здесь мы сейчас не можем быть, здесь мы открыли.
так понимаю, мы там зря закрыли, да? Очень зря, так понимаю, закрыли мы там. Нужно наоборот все пооткрывать сейчас. Ну да, зря мы закрыли чисто. Чисто зря. А что, почему он закрыто-то? Нам же открыть нужно вроде бы. Все открыто, теперь давайте пойдемте вот сюда. Где мы что здесь закрыли? Вот это вот мы зря закрыли. А не строй горячую все-таки соберу. Не могу ее бросить. Я так понимаю, там все-таки надо было закрыть? Ничего нету. Здесь что ли? Здесь, собственно говоря, ничего. Давайте проползем снова обратно. Пока наш факел действует. Так, что нам нужно? Давайте еще один энергетический напиток жахнем. Чтобы усталость снизилась. И жидкость в организме восстановили. Почему не пишется здесь расход жидкости? Это вот реально интересно. Погоди, а как нам его сбить-то? Или что, я вообще сейчас не плачу с прикола? Мы все открыли. Что дальше? По-моему, все-таки там нужно закрыть. Блин. Я запутался уже. Я вот реально уже запутался. А, ну да. Здесь нам нужно закрыть. Так, собственно, здесь у нас пошел кипяток. Клапановая труба у нас открыта. Значит, ползем по этой. О господи, как это сложно. Так, ползем. Че, куда она наверх идет? Вот они все идут сюда. Вот сюда. Типа вот она туда уходит. Ну давайте пойдемте последний раз посмотрим, что здесь теперь. Или нам типа нужно идти обратно. У меня уже, блин, этот факел кончается-то. Да? Может, я не буду гаснуть? Так стрёмно идти, блин. Стремнее, чем хоррор, знаете, пацаны. Что это с ним?
тоже клапана. Ладно, давайте откроем. Так, пойдемте обратно. Я даже не знаю. У нас есть еще один энергетик. Блин, пипец, таком бы такое стрёмное место. Наверное, школа здесь. Пошел хоррор, блин. Оно сгорело. О, вот. Видите, какой я умный. Хрен знает, какого раза догадался. Здесь еще фонарь есть. Окей, открыто. Что не так? Открыто, открыто. Ага. Так, ладно, там камень не может. Говоря, почему? Ой, ё-моё. А если вот здесь откроем? Там мы ничего не можем не делать. Здесь не оттаяло. Приятно получается. Ну давайте. Что я запутался, ё-моё. Хренал мастер. Горячую птичку в карман убрал. Зажигаем. Собственно, вот так посмотрим. Здесь все, не все, здесь кипяток идет. Ладно. Здесь труба уходит вот сюда. А дальше-то что, собственно говоря? Здесь вот сюда можно выйти, может здесь ничего более покрутить. Вроде ничего. Да, собственно, и здесь никаких клапанов нету. Не, в натуре что забыли сделать-то? Я типа даже и не понял. Блин. Довольно-таки напряжно. Может
уж я просто затупил в этот лес. И опять не до конца подошел, как тогда. В первом выпуске. Если, допустим, вот так взять. Угу. Ну, так понимаю, за это сделали. Жить катакомбы-то выматывают, да. Так, давайте пойдем по вот этой трубе тогда. Куда она тут? Да никуда не приведет. Ибо она уходит в землю. Блин, хоть убейте, а что у нас вообще здесь? Задание. Коллекция, люди, место действия. Блин, а что не так-то? Ладно, давайте на этом закончим на сегодня и продолжим в следующем ролике. Всем удачи и всем приятного просмотра будущих роликов. И огромное спасибо за просмотр. Here we go.